Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с Поглед Инфо, казвам се Владимир Трифонов и сега ще имам удоволствието да разговарям с Стив Дудник, известен американски частен детектив, автор на телеграм канала Закон и порядък в США. Здравствуйте, Стив! Здравствуйте, спасибо, че пригласили. Итак, пусмай начинаем обсъждать то, что происходит в США. Дональд Тръмп удержал ошеломляющую победу на выборах для президента, но мне очень интересно, будет ли каких-то проблем у Трампа до вступления в должности на 20 января 2025 году? Как вы считаете, будет ли плавный трансфер власти от Байдена к Трампа? Ну, вообще, если честно, мы все ожидали, что мы будем на пороге гражданской войны, и все это ждали, потому что мы думали, что будет такая же фальсификация, как и была в 2020 году. И фальсификация, она была. Я сталкивался с этим, мне люди звонили, показывали, но такая красная волна, которая прошла по Америке, она переплюнула эту фальсификацию намного больше, и поэтому демократы, как бы они ни хотели, как бы они ни вертелись, они ничего не могли сделать, потому что они не ожидали такую большую красную волну, которая пошла по всем штатам. А ошибка была в том, первая ошибка была, что они недооценили тех людей при опросах, которые просто боялись сказать, что они будут голосовать за Дональда Трампа. Они просто не говорили это об опросах, потому что люди реально боялись. И последний день, когда надо было голосовать, эти люди пришли и проголосовали. И второе, очень важное, в Пенсильвании, это был один из важных штатов, вы знаете, да? В Пенсильвании республиканцам удалось уговорить голосовать амишей. Вы знаете, кто такие амиши, да? Это люди, которые живут еще в каретах, не используют свет, ездят на лошадях, и они не голосуют. Они имеют право, но они не лезут в политику. И вот их уговорили как-то в Пенсильвании, им как-то объяснили, что у них у амиши, у них устои такие, ну, как бы древние устои, что есть, что Бог придумал мужчину и женщину, что нет этого трансгендности, нет того, нет всего. И вот республиканцы объяснили амишам, что демократы могут это все поставить под большой риск. И амиши пошли, проголосовали, и вот этим перевесило Пенсильванию, это один из важных штатов. Что ждет Дональда Трампа именно по уголовным делам? Они сейчас все перепугались, они пытаются эти дела отзывать. Они понимают, что они этого сделать сейчас не могут, потому что у него уже будет власть в руках. Поэтому я думаю, что ему ничего не грозит, кроме, может быть, еще пару покушений. Но опять тоже нету никакой... Нет никакой причины это делать, потому что если что-то с Дональдом Трампом случится, у нас есть Джерри Вэнс. А Вэнс – это Трамп, Трамп только в два раза сильнее и моложе. Поэтому даже если что-то будет с Трампом, все равно президента будет Вэнс. Поэтому смысла уже на Трампа убирать нету. Но действительно есть очень много сумасшедших, есть очень много левых, очень много экстремистов, которые могут попытаться это сделать. Но Трампа сейчас очень сильно охраняют. И я просто видел, потому что я живу в Палм-Биче, и Трамп живет недалеко от меня. Его даже его резиденцию, Мэлагу, даже патрулируют собаки-роботы. Его там очень серьезно охраняют, и спецназ, и морская полиция. Но у него очень серьезная охрана сейчас. Поэтому я думаю, что все будет нормально, и власть передадут в руки. Здесь проблем не будет. Проблема будет немножко в другом. А в каком будет проблем? Смирились ли с победой Трампа его наиболее ярые противники? Может быть, они будут искать каких-то провокаций, может быть, они пытаются сделать какой-то экономический кризис или какое-то другое чрезвычайное происшествие, как, например, COVID-19? Ну, я думаю, про какой-то вообще на Ютубе не стоит говорить, а то нас могут заблокировать. Они не любители, когда говорят про COVID, а вообще у тебя на канале называют странная болезнь. Вот, нет, что они пытаются сейчас сделать? Они пытаются сделать большую проблему на Украине. Очень большую проблему, потому что Трамп шел с лозунгом сделать мир на Украине, и называется «Сила через мир». Но вот это вот решение Байдена, дебильное решение, разрешение стрелять дальнобольными ракетами по российской территории, немного кое-что поменяло. И Байден, я не понимаю, почему он это сделал, кто его на это толкнул, его администрация, кто сзади него, может, там Барак Обама, может быть, Клинтон, там вся команда сидит. Но они буквально нас всех толкнули на порог Третьей мировой войны. И многие люди не понимают, пытаясь им объяснить, что вот мы находимся сейчас во Флориде, 60 километров от меня в зале находится Куба. Буквально полгода назад на Кубу прошли российские корабли с ядерным оружием.
Они стоят на рейде на Кубе, это часто летаю, я просто знаю. И никто их не остановил, никто слова не сказал. Как в Карибском, когда, вы помните, был Карибский кризис, когда остановили корабли, и вот это была вся разборка при Карибском кризисе, здесь ничего не произошло. Корабли спокойно прошли, встали на рейд на Кубе, и буквально подлет от Кубы до Флориды там меньше минуты. Поэтому первое, если же не дай бог что-то будет, первым попадет Флорида, наша Флорида первым попадет. Поэтому что сделал Байден и эта администрация, они сделали проблему для Трампа на Украине, очень большую проблему, и сейчас они пытаются то же самое сделать с Израилем. Они пытаются Трампу создать проблемы за эти 1.5-2 месяца, они пытаются экономически и на мировом уровне создать столько проблем, чтобы Трамп не смог потом 4 года еще разобраться, вот что они пытаются сделать. Мне очень интересно, как рядовые американцы воспринимают то, что происходит в мире? Как относятся они к конфликту на Украине, на Ближнем Востоке? Опасаются ли они от глобальной войны? Большая часть американцев уже забыла, что такое Карибский кризис, и вот это вот левые СМИ демократические, которые пытаются рассказать в Америке, что Россия себя ничего не представляет, что Путин это просто какая-то дешевка, что нет никакого ядерного оружия в России, что ничего не летает, ничего не работает. И они вот этим вот обманывают американцев, и многие американцы даже этого просто не понимают, что может произойти. Если мы вернемся к каждому конфликту отдельно, если мы вернемся к украинскому конфликту, уже американцы от этого устали, потому что у нас в Америке, если говорит администрация Байдена, что у нас 5% инфляция, у нас 25% промышленная инфляция. У нас деньги давно не вкладывали в дороги, в инфраструктуру. Все практически, как при Советском Союзе, когда Советский Союз развалился, все разваливается, там поезда сходят с рельс, аварии на заводах. Никто на это не обращает внимания, и вся помощь идет на Украину, в основном шла на Украину огромное количество денег, которые, если вы знаете, это все разворовывалось, это все огромная большая коррупция, и половина этих денег, которые должны были уходить на Украину, они остались в карманах демократических чиновников. И поэтому американцы, особенно после последнего урагана, когда ураган ударил Флориду, Северную Каролину, когда погибли люди, когда были дикие наводнения, и когда Камала Харрис даже не приехала туда, она даже не поддержала людей, и выдали там людям по $750, и то еще не каждому выдали, когда у людей домов не осталось. Но в это время на Украину уходит там $8 миллиардов. И вот это очень сильно задело американцев. Их задело то, что на них нету ни денег, ни внимания, ничего, а все деньги уходят туда вот на Зеленского, вот на этого клоуна. Вот поэтому такая вот ситуация, что американцы, им очень уже это не нравится, и они против этого конфликта, и они считают, что Америка в этот конфликт уже лезть не должна, а большинство количества американцев. При Израиле немножко по-другому. При Израиле все-таки большой лобби здесь есть адвентисты седьмого дня, которые поддерживают, евангелисты, поэтому при Израиле вот немножко по-другому. Но вот именно по подходу к Украине люди устали от этих людей, которые приехали сюда, огромное количество иммигрантов, которые не соблюдают законы, которые нарушают законы. Я как детектив с этим сталкиваюсь постоянно. Американцы от этого уже устали. Вчера президент Путин сказал, что опасается безопасности Трампа. На твой взгляд, сумеют ли Путин и Трамп договориться о Украине, о Ближнем Востоке, о глобальных проблемах? И сумеет ли на этот раз Трамп сформировать команду, которая его не передаст? Верная команда, на которую он может положиться? У Трампа сейчас очень хорошая команда. Его первую каденцию это не понимал, но за это время он уже разобрался. У него пришли очень хорошие люди в команду. Я думаю, что те люди, которые пришли туда, они его не предадут. Особенно мне очень нравится Илон Маск и Рамасвани. Это вообще очень нормально, такие серьезные люди. Много других, кого он назначил. Поэтому я думаю, что все будет нормально. Договорятся они с Путиным или нет, я думаю, что если Трамп поймет, что с Путиным нельзя договариваться через силу, тогда они договорятся, потому что Россия уже определила, что они хотят и как они хотят, и уже даже отхода нету. Вот если у Трампа будет подход мир через войну, через силу, у него это не получится. Я надеюсь, что его советники ему это объяснят, ему, что вся проблема находится не в Путине, вся проблема находится в нашем болоте вашингтонском, в этом Коминтерне, я их называю Коминтерн. И если Трамп поймет, что весь Коминтерн сидит не в Вашингтоне, а в Организации Объединенных Наций, в ООН, откуда надо их разгонять, тогда у него с Путиным будет все нормально, они договорятся. Но при этом будет очень много потерпевших, а потерпевших будет Украина. Украина потеряет очень много земель, очень много. Только при этом варианте Трамп сможет договориться с Путиным.
Мне очень интересно в сознании рядовых американцев, так ли непримиримо вражда к России? Я знаю, что после холодной войны у многих это осталось. Я знаю, что сегодня западная пресса очень жестко демонизирует Путина и Россию. Но мне очень интересно об отношении к России обыкновенных людей, рядовых людей. И есть ли какой-то шанс, чтобы общество как-то немножко надавило на правителей, на то, что перестали враждоваться России? Потому что у США есть очень много, ты сказал, внутренних проблем. У США есть гораздо серьезнее экономические соперники, как, например, Китай. Почему эта фиксация американских элит на России? Ну, во-первых, я еще хочу сказать, что про ту прессу, о которой вы говорите, это демократическая пресса. Это они все настраивают. А нормальные американцы вполне относятся нормально к русскоговорящим, к русским. И я вот как-то помню, я был в Северной Каролине. Я не русский, чтобы вы понимали. Я приехал сюда в 87-м году из Советского Союза, с Узбекистана. Когда мне было 14 лет, я никакого отношения к России не имею. Но вот я был в Северной Каролине, где-то высоко в горах, и мы с другом шли по супермаркету, говорили на русском языке. Но русский – это был язык Советского Союза, если вы помните. И ко мне подошли там местные реднеки, это местные американцы, говорят, о, на каком вы говорите? Я говорю, на русском. О, русские, давайте фотографироваться, мы никогда здесь русских не видели. Вполне нормально, вообще нормально. Никто, я нигде не видел никакой ненависти. Никто вообще ненавидит никого. Это просто то, что делает демократическая пресса, это демонизацию, это все идет от левых СМИ, от социал-демократов, от левых, от ООНовского обкома, от Коминтерна, от болота, от этого Вашингтонского болота. Поэтому Трамп заявил, что самым первым, что он будет делать, он все государственные учреждения, которые находятся в Вашингтоне, он разгонит их по Америке. Он говорит, нечего сидеть здесь и делать здесь коррупцию и делать это Вашингтонский обком. Всех надо разогнать. Если у него это получится, потому что, еще раз, это все делает демократическая СМИ, социал-демократическая СМИ. Люди вообще не имеют никакой ненависти, и там, Путин, Шмутин, их это вообще не интересует. Очень интересно, потому что в Европе мы знаем, во-первых, именно демократические СМИ. Мы очень слабо познаем республиканские СМИ. Ну, конечно, знаем Fox News. Почему у демократов столь ярое превосходство в прессе, в мейнстрим-медиа? Почему так получилось? Потому что, во-первых, демократическая партия, она более сплоченная, чем республиканская. Они один за всех и все за одного. И если только кто-то, один из них идет против партии, то его сразу убирают. Это мы видели по мэру Нью-Йорка, мы видели по губернатору Нью-Йорка. Когда ты что-то делаешь против демократической партии, тебе сразу дают сексуальный скандал, появляется пара девочек, и ты уходишь. Но в основном демократы, они более сплоченные. Но раньше демократы считались партии как бы, ну, бедных, средних, а республиканцы были партии элиты. Сейчас все поменялось. Демократы стали партией богатых и партией элиты, а республиканцы стали партией средних людей и фермеров, и среднего класса. И вот у демократов больше на пропаганду, у них больше вкладывалось и денег, и возможностей, и они больше на это обращали внимание. Республиканцы этого не делали, это была их небольшая ошибка. Но вот сейчас это будет все меняться, потому что я думаю, что даже сейчас, если мы посмотрим, у CNN пошли очень большие увольнения, потому что у них упали просмотры, там с миллионов просмотров до 800 тысяч там, просмотров, и самый простой ведущий CNN получал чуть не 2 миллиона долларов в год. А там были контракты о 4, о 5, о 10 миллионах. Сейчас CNN не может этого платить, потому что нет просмотров, у них никто не смотрит. И на CNN огромное увольнение. А Fox News, наоборот, поднимается. Потому что сейчас все, опять все начинает меняться немножко. Я надеюсь, что с приходом Трампа в нашей стране поменяется вот это вот «Let's make America great again» или «Let's make America», вот у него это получится. Это будет та Америка, в которую я приехал 35 лет назад. Она была совсем другая. Она не была вот это вот, ну, то, что сумасшествие происходит сейчас. Вот это вот гендерная политика и много чего другого, сейчас говорить об этом очень долго, но много чего другого поменял, что надо быстренько останавливать, или просто Америка развалится. Ну, я знаю, что в университетах, в художественно-творческой интеллигенции доминируют демократы. Возможен ли консервативный поворот в Америке? Возможно ли, чтобы Америка вернула к своим традиционным ценностям? Я надеюсь, что так и будет, поэтому мы выбирали Дональда Трампа, и мы не можем предугадать, что будет. Но надеюсь, что так будет, потому что люди уже устали. Люди устали от всего, что происходит. Я надеюсь, что так оно и будет. И да, действительно, во многих университетах и профессора, и все это более левые социал-демократы, которые все это делают. Но есть очень много правых профессоров, которым закрывали рот, которых увольняли с работы,
которым не давали вообще работы, сейчас этих людей уже, надеюсь, не будут трогать, и они вернутся назад на работы, и начнет все это меняться. Но это будет все очень непросто, это не один, не два года. Я надеюсь, что после Трампа придет Венс, вторым он будет президентом после Трампа, и республиканцы будут у власти 12 лет как минимум, тогда уже все это поменяется. Потому что 4 года, конечно, это очень мало у него. Я боюсь, что у него не хватит времени на это. Мне очень интересно обсудить вопрос Роберта Кеннеди. Он очень популярен не только в США, он известен и в Болгарии тоже. Как бы оценивает его перспектив как министра здравоохранения? Сумеет ли он удержать верх в той очень-очень легкой борьбе с Big Pharma? Большая проблема демократической партии была, что они потеряли Роберта Кеннеди. Это большая их проблема, это полный идиотизм. Они, видно, на себя очень много взяли и не поняли, что они сделали. А Роберт Кеннеди, если бы у меня был выбор, если бы не было Трампа, то следующий был бы это Роберт Кеннеди, за кого бы я голосовал. Вот лично я и очень много людей. А то, что у него получится, надеюсь, у него получится, он довольно такой сильный человек, и я думаю, что он справится с Big Pharma и с помощью Масвани, с помощью Илона Маска, с помощью Трампа, потому что действительно у нас огромный бардак с этим идет. И самое главное, что Трамп хочет сделать, он хочет запретить чиновникам курировать вот эти вот компании Big Pharma, а после этого получать там большие должности, что хочет сделать Трамп, хочет это запретить. И если они с Кеннеди, у них это получится сделать, то это будет отлично, потому что даже вот если мы вспомним последнюю болезнь, вот эта, которая была с укольчиками, которую я, допустим, не делал, потому что я очень сильно антиваксер, и мои дети не делали, моя семья не делала. И мы сейчас видим, сколько смертей после этого, сколько людей умирают, и сколько у людей большие проблемы от этих уколов. Поэтому, да, действительно, это очень большая-большая мафия. И что они у нас в Америке делают? Они не пытаются вылечить человека, и они не пытаются разобраться в болезни. Они просто пытаются поддержать человека, но чтобы он продолжал дальше болеть, чтобы он просто не умер, и вот эта вся большая фарма так работает. Я надеюсь, что Кеннеди с этим разберется, и первым делом, что они сделают, они уберут Обамакер. Это то, что было сделано Барак Обамой, еще одним нашим неумным президентом, Барак Хусейном Обамой, и если он это уберет, и я думаю, что все станет на свои места опять. Это будет большая война, и я надеюсь, что в этой войне мы выиграем. Ну, очень интересно, а как вы видите проблемы со здравоохранением в целом? И будут ли какие-то значимые реформы? Я знаю, что приверженники Трампа не нравится Обамакер. Почему они не против Обамакер? И как вы видите будущее американского здравоохранения? Это очень больный вопрос. Он волнует не только американцев, но весь людей. И в Европе тоже, в Болгарии тоже. Ну, смотрите, что такое Обамакер? Во-первых, мы живем в капитализме, мы живем в свободной стране. И нам законы говорят так: если ты хочешь, ты куришь сигары, если ты хочешь, ты кушаешь жирную пищу, если ты хочешь, ты занимаешься спортом. Это твой личный выбор, что ты будешь делать. Что сделали Обамакер? Всех поставили под одну линию. И если ты отказывался от Обамакер, то тебе дали большие денежные штрафы, тебя заставляли это брать. А что такое еще с Обамакер? Обамакер – это не о том, как вылечить человека, как предотвратить болезнь, а о том, как тихонечко поддерживать его и давая ему болеть дальше, и просто не дать ему умереть. Вот это Обамакер. И когда у нас появился Обамакер, то это же у нас очень стало мало частных страховых компаний, и доктора стали получать очень мало денег от Обамакер. Допустим, если пациент пришел к доктору, то оплачивали минимально. А доктора, не забывайте, они учатся по 10, по 12, по 15 лет. Они, когда выходят из университетов, у них долги в 1,5-2 миллиона долларов, когда они вылечиваются. И получилось, что доктора стали невыгодны. Из докторов стало все меньше и меньше, а появились у нас такие, как nurse practitioner, register nurse, такие вот люди, которые как бы вот фельдшеры. И медицина очень пошла вниз от этого, потому что у этих людей нет столько опыта. И сразу, если, допустим, вот я когда приехал там 30 лет назад, 20 лет назад здесь было, если тебе нужно было сделать, допустим, ты больной раком, и тебе надо попасть к онкологу, или тебе надо сделать МРТ, или тебе надо сделать CAT-скан, то это делать все 1-2 дня. Сейчас они довели медицину до такой ситуации, что если ты больной раком, тебе к онкологу надо попасть, тебе год надо ждать. Год, потому что мало стало специалистов и очень много людей, которые болеют. Если тебе надо сделать МРТ или CAT-скан, тебе надо ждать 2-3-4 недели, месяц. А это, вы же понимаете, месяц для человека больным раком или больным чем-то еще, это очень большое количество срока, это надо делать сразу же. Поэтому
Я надеюсь, что вот это все поменяется, и они уберут Обамакер, либо нормальные частные страховки, за которые люди будут платить, но они будут получать соответственную помощь. Я помню, как-то я, допустим, мне нужно было, я даже, скажем, мне нужно было делать ультрасаунд, я зашел, у меня страховка, я зашел в госпиталь, и с моей страховкой я должен был еще заплатить какое-то большое количество суммы денег. Но в это время человек, который меня регистрировал в госпитале, говорит, что если сейчас зайдет нелегальный иммигрант сюда, у которого нет денег, ему сделают бесплатно. Значит, получается, ему делают бесплатно, а ту сумму, которую он должен заплатить, вкладывают в мою страховку. А все перевернулось, кверх ногами перевернулось. Я надеюсь, что сейчас они все это поправят, если у них получится, конечно. Другая очень важная и широко обсуждаемая проблема – это проблема с нелегальной миграцией. Как вы оцениваете то, что происходит сейчас? Сумеет ли Трамп справиться с этой проблемой? Как он будет ее решать? У нас нет другого выхода, потому что за правление Байдена в нашу страну зашло, то, что они говорят, там 10, я думаю, больше, более 20 миллионов нелегалов зашло. Границы просто открыты. Через границы идут наркокартели. Течет фентанил рекой. Фентанил – это страшнейший наркотик. Это 100 раз сильнее, чем героин. Это 150 раз сильнее, чем морфин. 2 миллиграмма фентанила может убить человека. У нас очень много молодежи погибает. И этот фентанил все идет через мексиканскую границу. У нас картели, они ходят туда-сюда, как себе домой. Их никто не трогает. С этой нелегальной миграцией проходит очень много террористов, проходит больницы. Сумасшедшие вещи происходят. Но при этом... Когда официально ты хочешь в Америку въехать, у тебя столько проблем создают, а нормальные люди хотя бы приехать хотят. Поэтому, да, надо срочно закрывать границы. Я слышу, что Трамп хочет использовать какой-то там закон, был, не помню, 1800 какого-то года, о интервенции, и тогда он может использовать американскую армию, чтобы депортировать этих людей. И да, действительно, я думаю, что у него это получится. Особенно это будут банды. Банды, которые попали сюда, это MS-13, это венесуэльские банды, это банды из Никарагуа. Они дошли до такого уровня, что в демократических штатах они с оружием нападают на людей, они захватывают квартиры и жилые комплексы. И полиция ничего не делает, потому что в демократических штатах, хорошо, я живу во Флориде, у нас красный штат, здесь это не проходит. А в демократических штатах у нас есть такая вещь, как Defund the Police. У полиции нет ни возможности, ни власти, ничего. Допустим, если мы возьмем город, я сейчас забыл, как он называется, я извиняюсь. Где-то на это, я не помню, город, очень большой город на севере, должно быть 800 полицейских на весь город, сейчас осталось 250. Все остальные уволились и уехали, все. И вот огромный город, 250 полицейских патрулируют. Они просто не выезжают на 911, они просто никуда не лезут. У них нет такой возможности. И это во многих больших демократических городах, таких как Чикаго, таких как в Нью-Йорк, очень много полицейских уволилось или переехали работать в Красные Штаты. Поэтому с ними никто не справляется. Они делают, что они хотят. Они грабят, они привозят наркотики, они насилуют, они делают все, что они хотят. И вот сейчас, я надеюсь, что Трамп этим займется, и я надеюсь, что Трамп их разгонит, и их депортирует, и закроет границы. Это единственное, что первое он должен сделать. Потому что криминал у нас завышен, просто завышен криминал. А почему демократы толерировали это? Почему они допустили этой ситуации? Есть ли какой-то конкретный политический интерес, или, может быть, они просто не были достаточно жестким к контролю границы? А вы знаете, этот вопрос я себе задаю каждый день. Почему они это сделали? С прихода Байдена, с самого первого дня, у меня было такое ощущение, что Байдену дали такую пометку, как развалить Соединенные Штаты Америки. И он пошел по пунктам, знаете, как развалить страну. И первым делом, что он сделал, он закрыл кистонский газопровод, который там ушел из Канады, очень много людей потеряли работу, и Америка перестала быть независимой от газа и от... Ну, мы перестали, мы раньше не зависели. И сейчас никто это не может понять. Или потому что глобалистам невыгодна сильная Америка, или потому что им нужны были электорат, но электорат тоже такое дело, потому что многие, которые пришли сюда, многие испанцы, испаногречи, они все равно голосовали за республиканцев. Очень тяжело понять, почему. Но я думаю, что все идет из Организации Объединенных Наций, все идет оттуда. Опять, я не конспиролог, чтобы там заниматься конспирологией какой-то, но была какая-то причина для того, чтобы расшатать, развалить Соединенные Штаты Америки, довести до гражданской войны. У меня нет ответа. Честно, ни у кого такого ответа. Наверное, на этот ответ может только ответить или Нэнси Пелоси, или Барак Обама. Ну, мы с ними не общаемся, поэтому я ничего сказать не могу. Просто был конкретный развал страны. Просто пытались развалить Соединенные Штаты Америки, расшатать экономически.
Итак, Трамп вступит в должность, если все будет в порядке на 20 января. По-вашему, что будет первое серьезное дело, что он сделает? Ну, у него очень много серьезных дел, поэтому я не знаю, чем займется Трамп, но, скорее всего, он займется границами, это раз. А границы за собой потянут тарифы, то, что он обещает поднять на 25% для Мексики, Канады и Китая. Сейчас идет очень большой как бы вопль по этому поводу, что поднимутся цены в Америке и будет тяжело. Но и опять же, мне кажется, что это просто он как бизнесмен, он пытается давить. У него такая тактика надавить, потом сделать шаг назад, потом надавить, чтобы договориться. И он должен договориться с Мексикой, чтобы Мексика перекрыла границу и начали бороться с наркокартелями. То же самое с Китаем и с Канадой. Потому что поэтому, наверное, самый первый будет эта граница, тарифы и, конечно, я думаю, что будет создана комиссия со специальным прокурором, который будет заниматься Вашингтонским обкомом, болотом, и будет заниматься государственными органами, такими как ФБР, допустим, потому что в последнее время ФБР, вот я их так называл, это не федеральное бюро расследования, это ОГПУ. Помните, при Сталине было, называлось это Главное политическое управление демократической партии, вот во что они превратили ФБР. И сейчас я надеюсь, что начнутся увольнения, и они будут увольнять федеральных прокуроров, будут увольнять директоров ФБР, и будут ставить все, чистить и ставить на свои места, чтобы эти спецорганы больше не могли запугивать американцев, забирать у них свободу слова и следить и преследовать их, что у нас сейчас и происходит практически постоянно. Мне очень интересно, на ваш взгляд, почему Трамп не сумел сделать все, что был, что хотел в своем первом мандате. И сейчас будет ли... Многие есть, у нас тоже есть, во всем мире есть скептики, которые говорят, ну, Трамп пришел, но глубина государства все-таки он не сумел одолеть. Сумеет ли на этот раз Трамп одолеть глубину государства? И в чем были самые главные ошибки во первом мандате Трампа? Почему он доверялся на людей, которые его, в конечном счете, предали? Но вы не забывайте, что первая каденция Трампа, это была самая первая каденция Трампа, и до этого никогда не был президентом, и не был политиком, он был бизнесменом. И он не знал, что такое политика, и вот здесь он сильно ошибся, это первое. Он выбрал ту команду, которая была системная, нельзя было выбирать системных людей, он выбрал ту команду, которая уже была, эти системные люди. А система остается системой, это второе. Третье, демократы тогда, в тот момент, они сделали все возможное, чтобы ставить Трампу палки в колеса. И у него не было, опять же, команды, которая бы это пыталась сделать. А те, кто пытались сделать, их уничтожали. Мы можем сказать вот про, пожалуйста, мэра Нью-Йорка Джулиани. Его просто уничтожили. А он человек очень большой, ну, большой человек, очень серьезный, его просто уничтожили его. И даже при этом он успел очень много сделать Трамп. Даже при тот момент он перенес столицу Иерусалима, столицу Израиля в Иерусалим, он признал голландские высоты, он подписал Авраамово сообщение, при нем экономика пошла наверх, он многое успел сделать, но они ему не давали, сейчас все по-другому, сейчас, во-первых, за время правления Обамы он подготовил людей, он поставил людей на места, это губернаторы, это сенаторы, уже те, которые стоят на местах. Он сейчас выбрал команду из несистемных людей, люди, которые не были в системе, люди, которые могут увольнять системных людей, они боятся этого. Поэтому сейчас вторая конденция, и, в общем, ему терять уже больше нечего, после второй конденции уже третьей конденции не будет. Поэтому сейчас, я думаю, у него очень больше шансов, и он намного выучился за это время, как себя надо вести, что все-таки политика – это политика, а бизнес – это бизнес. Сейчас он и бизнесмен, и политик. И у нас теперь в кармане и Сенат, и Конгресс, и Суд Верховный. Поэтому полная поддержка на всех уровнях. Вот и все. Сможет ли Трамп снова превратить США в первое индустриальное государство в мире? Сможет ли реиндустриализировать США? Ну, он пытается, чтобы он бороться с индустриальной мощью США, он бороться с индустриальной мощью Европы. Сможет ли снова сделать Америку реальным первой индустриальной силой в мире? Я думаю, что он попытается, у него получится, и первое, что он уйдет из Европы. Потому что уже идет разговор, что Америке в Европе делать нечего. И я думаю, что я вообще, если честно, у меня такое мнение, опять это мое мнение, значит, субъективное, что Евросоюза долго жить не осталось. Евросоюз это вот та вот эта вот махина, которая скоро развалится, потому что у вас два локомотива, это Франция и Германия, они уже сдулись, все.
Поэтому за эти 4 года Америка просто обанкротила Европу с этой войной на Украине. Это первое. Второе, я думаю, что НАТО тоже долго не будет жить, потому что Трампу НАТО не нужно. И, может быть, будет какой-то такой элитный блок, но это не такое большое НАТО, которое было. И больше сейчас Америка уйдет туда ближе к Китаю, в ту сторону. Поэтому я думаю, что да, действительно, он сможет и попытается сделать ее снова индустриальной, но, опять же, Европа будет уже не в интересах Америки. И все будет немножко вот по-другому. Ну, как же будут развиваться отношения Америки с Европой? Некоторые аналитики говорят, что Будапешт будет новой столицей Европы, не Брюссель. Так ли будет на самом деле, на твой взгляд? Я не знаю, так ли будет на самом деле, не будет так, но то, что я думаю, что Евросоюз скоро не будет тем Евросоюзом, он развалится, я почему-то в этом очень сильно уверен, что Евросоюз развалится, что они больше, они это просто раздутое объединение с евро, которое под собой ничего не имеет. Поэтому я еще скажу, что за это время, я даже когда эта война на Украине началась, у меня была первая идея такая, что таким путем пытаются обанкротить Европу, и в Америке это неплохо получилось. Поэтому опять, где будет Брюссель, где это будет, я, конечно, не знаю, но я думаю, Америки там не будет, это точно. И поэтому в Европе все бесятся от страха и не знают, что им делать. Вот, как-то так. Трамп поддерживает хорошие отношения с унгарским премьер-министром Виктором Орбаном. Какие другие партнеры будут у Трампа в Европе? То, что Орбан это будет партнером, это точно. То, что я забыл, это, по-моему, министр не Словении, как его зовут? Словакии, извиняюсь. Давид, это тоже. А отношения Америки с Болгарией, если честно, я не знаю, но я думаю, что тоже будет все нормально. Вот. Единственная проблема – это вот Германия и Франция. Макрон и Шольц. Это вот проблема, я думаю, что у Америки будет не очень хорошие с ними отношения. Опять же, насколько Америка говорит, мы можем вас защищать, но вы платите за все это. Не то, что платить не хочет, а Трамп – он бизнесмен. Поэтому у Европы будет два варианта. Или платить за все, или они будут сами останутся с Россией лицом к лицу, но без Америки. Опять, я не могу вам ответить, потому что я немножко не вижу хорошего отношения между Европой и Америкой, если честно. Ты, наверное, хорошо знаешь Латинской Америки. На твой взгляд, будет ли более серьезная политика США к вниманию, концентрации интересов к Латинской Америке? И какие государства будут ключевыми партнерами США в Латинской Америке на следующих 4 года? Конечно, я думаю, что они с Мексикой договорятся, потому что в Мексике нет очень большого варианта. Но потом, конечно, Коста-Рико. Я не знаю, как будет с Венесуэлой и с Колумбией, потому что в Венесуэле там немножко другие проблемы. Но в основном, я думаю, что это будет Мексика, это будет Панама, это будет Коста-Рико. Это те страны, которые очень хорошо будут иметь хорошие отношения экономические с Соединенными Штатами Америки. Сейчас сегодня выступала президент Мексики, и она там что-то пыталась сказать, что они не будут закрывать границы, они там то не будут делать. Но я думаю, что это только разговоры. Сейчас на них Трамп, когда придет, он немножко на них надавит, и Мексика будет делать все, что им скажут. Ну, вот как-то так. А насчет Бразилии, Аргентины, ожидающей, что... С Аргентиной это понятно, потому что в Аргентине сидит политик, который очень близко к тому, что делает Трамп. Я надеюсь, у них тоже будет... Опять, мы пока точно не знаем, что будет делать Трамп. Это очень тяжело, потому что Трамп, я его называю not predictable по-английски. Это значит, он непредсказуем. Трамп вообще непредсказуем. Поэтому очень тяжело понять, что он будет делать. Я знаю только одно. А с теми людьми, с которыми он договорится, у него будет все нормально. С теми людьми, с которыми он не договорится, у него будут очень большие проблемы. А вот с кем он договорится, а не договорится, это мы узнаем тогда, когда он придет к власти. И сейчас очень многие политологи говорят вот это, говорят то, но никто конкретно не знает, что будет делать Трамп. Никто конкретно. Конкретно можно понять еще внутри, по Америке можно понять то, что процентно по Израилю, что он будет делать. Это я прям вижу это. И по Украине. А вот то, что будет там Бразилия, Аргентина, Европа, это в зависимости, как карта ляжет, как они себя поведут. А про Израиль я уверен, что Израиль останется в шоколаде, что Трамп будет защищать Израиль. И я думаю, что
после прихода Трампа, я этого очень сильно не хочу, но мне почему-то кажется, что будет нанесен какой-то удар по Ирану, по его атомной программе. Я в этом на 99% уверен. Кем будет удар нанесен? Израилем, Америкой или королевством Лихтенштейн, как израильтяне говорят. Кто-то пролетал из королевства Лихтенштейн, какой-то самолет и бомба упала. Ну, где-то так вот. А по Украине я вижу то, что Россия получит те территории, которые она завоевала, и я думаю, что... Ну, Украине, понимаете, проблема с Украиной то, что эти деньги, которые были даны, это даны были не просто деньги в подарок, а даны были деньги в кредитах. И сейчас будет огромный аудит, он начнется, и Зеленскому придет ответить, куда он все деньги потратил, а он не сможет на это ответить, потому что там такая коррупция, там такие миллионы долларов, поэтому у Зеленского будут очень большие проблемы. Мое мнение... что Зеленский с тем, что он знает, тем, что он пытался сделать, пытался шантажировать, пытался сталкивать между собой. Вот я извиняюсь, может, некрасиво это сказать, но Зеленский не жилец. Вот мое такое мнение. Я, конечно, извиняюсь за мои слова, но он никому не выгоден. Он уже демократам не выгоден, он слишком много знает, очень много знает. И республиканцам он не нужен, потому что он пытается все время столкнуть Америку с Россией, чего делать очень нельзя. Он пытается это сделать постоянно. Поэтому я думаю, этот аудит он не пройдет. Как стоят дела насчет Китая? У Америки с Китаем очень крепкие экономические отношения, но они все-таки же и конкуренты, серьезные экономические конкуренты. Что будет делать Трамп? Опять же, вы меня спрашиваете, что будет делать Трамп. Никто не знает, что будет делать Трамп. Но я вижу только одно, что вы, как помните, Китай не выиграл ни одну войну. Они вообще не воинственные. У них, может, армия есть, но сколько они пытались воевать, у них никогда ничего. Они не боевые товарищи, у них не боевая армия. Я думаю, что Тайвань Китаю не отдадут ни в коем случае. Я думаю, что Трамп, он экономически позадавит Китай. Потому что как бы не было, да, у нас очень много товаров из Китая, очень много. Но американцы уже многие, на них смотрю, устали от Китая. Американцы, вот если есть на полке товар, сделанный американцами, сделан китайцами, американцы уже пытаются покупать то, что сделано в Америке, чтобы поддержать своих, ну, своих производителей. Вот, а Китай без Америки жить не может, потому что, в общем-то, весь рынок, все заводы, все, что делают на территории Америки, все происходит в Китае. Поэтому, если даже то Трамп все это туда вывезет, то китайцы просто с голоду умрут. У меня такое мнение. Даже соусовые бобы и все остальное. Это первое. Второе. Демократы сделали очень большую ошибку. Сейчас Трамп будет это исправлять. Я забыл об этом сказать. Будет это исправлять. Фарма, Биг Фарма. Все лекарства, которые мы пьем в Америке, на 90% сделаны в Китае. Как можно было позволить стратегические вещи отдать в руки, ну, точно не друзьям, я не скажу врагам, но не друзьям. Все идет через Китай. И вот сейчас, я надеюсь, что эту фарму все перенесут, и все лекарства будут делаться или в Америке, или где-то в другом месте, но не в Китае. И у Китая начнутся очень большие проблемы, поэтому придется договариваться с Трампом, потому что экономически они эту войну не вытянут. Америка эту войну экономически вытянет, Китай нет, ни в коем случае. Ну, пусть продолжим вопрос о экономике. Как ты оцениваешь текущее экономическое состояние США? Что надо учить? Какие самые большие проблемы? Текущее экономическое состояние, ужасное текущее экономическое состояние. Во-первых, у нас наш государственный долг. В триллионы долларов возрос с демократами, это первое. Второе, большая инфляция. Третье, огромные цены на продукты. Многие американцы, у нас средний класс подвинулся и ушел за черту бедности. Поэтому очень многие люди, у нас такая шутка даже была в Америке, чтобы мне налить бензин в машину, поехать на вторую работу, надо иметь первую работу, чтобы заработать деньги на этот бензин. Так вот, средний класс, он ушел за черту бедности, благодаря демократам. И поэтому я надеюсь, что Трамп сейчас, я не знаю, как он это будет все это менять. Опять же, я не экономист, это вам надо там Хазину или Ларионову, не ко мне. Вот, скорее всего, Хазину, вот он ко мне приходит на канал, он может рассказать про экономические дела. Вот, но действительно американцам очень тяжело, цены очень высокие, и в магазинах цены на продукты высокие, на бензин высокие цены, очень большая инфляция, очень большая безработица. И то, что говорят демократы, что при нас все хорошо и нет безработицы, нет, все это неправда. Все это вранье, которое они просто налево-направо просто врут людям. И вот Трамп должен сейчас все это поднимать. То, что они убили. Они просто убили Америку на корню. Они убили эту американскую мечту. Вот американскую мечту
о доме, о машине, о лужайке. А сейчас многие американцы живут от зарплаты до зарплаты, еле-еле тянут. А как относится к Трампу рабочие? Кто голосует для Трампа, кроме средний класс? Может быть, рабочие поддерживают Трампа? Они хотят, чтобы они имели работу? Рабочий, средний класс, фермеры, вся полиция, государственные служащие, именно вот такие вот, не обкомовские, не полота, а мясные, слушай, это пожарники, ну, вот такие вот средние государственные служащие. А кто сейчас не поддерживает Трампа, то это элиты, это богатые элиты, это профессора. И вот большие города, где живут вот эти вот левая молодежь, которая привыкла вот эти вот... у нас есть такие вот, не мужчины, я не знаю, можно сказать, не мужчина, не женщина называется. Вот, допустим, я не знаю, как у вас в Болгарии, я сейчас просто посмеюсь, но, допустим, я приехал из Советского Союза, я здесь живу 35 лет, я 14 лет приехал сюда. Я успел в советское время побывать и в пионерском лагере, и в школе походить, и сегодня не будет света. У меня не будет тепла, то я знаю, как разжечь костер, как спечь картошку, я извиняюсь, и чай сделать на огне. Так вот эти вот 90% вот этой молодежи, которые живут в городах, они беспомощны, они никто, они без лиц, это люди без лиц. Если у них забрать интернет, забрать свет и тепло, все, они просто сдохнут на улице, они не знают, что делать. Вот такую молодежь вырастили в основном. Вот они, конечно, за демократов, потому что при демократов вам не надо работать, вам надо ничего делать, вам все дадут, вам не нужна частная собственность. И такое социал-демократическое, такое, знаете, каждому, от каждого по способности, каждому по потребностям. Помните, да, вот этот лозунг? Вот это вот демократы, социал-демократы. Я даже всегда смеялся, шутил, что если надо будет потом этим бедным американцам, хотя сам американец, преподавать, как можно выжить в студую зиму без света и тепла, мы можем их научить, потому что мы прошли через Советский Союз, мы уже все это знаем. А они, к сожалению, этого не знают. Вот как-то так вот. А как же вы оцениваете текущее состояние американского образования? Ну, вот вы знаете советского образования, ну, сейчас можете сравнивать с американским. Кто учит? Ну, у меня трое детей, у меня детям 8, 11, 12. Ребята, мальчики ходят в школу, и я пытаюсь их держать подальше от государственных школ, чтобы это были частные школы. Но, опять же, я живу в Красном штате, у нас более-менее нормально. Если мы возьмем образование в демократических штатах, средняя школа, элементарная школа и старшая школа, это просто ужасно. Во-первых, я просто это не смех, чтобы вы понимали. Математика и физика – это удел бедных, богатых white supremacists, белых, и черные, бедные, дискриминируемые, не должны изучать это. Это очень тяжелый предмет, и надо школу это убрать. А история у нас начинается с черного рабства. У нас нет ни Османской империи, ни Римской империи. Они пытаются в школах тоже все это убрать. Ужасное образование, и в основном толкает больше гендерную независимость, трансгендеров. Я помню, я проводил расследование, мы в школах, я из республиканской партии, мы в школах нашли учебники, у меня есть фотографии, я не буду сейчас показывать, где уже в 9 лет, 8 лет вот учебники, как, я извиняюсь, заниматься и как делать то, что не нужно делать. Я не хочу, чтобы мой ребенок знал. Ни в 8 лет, ни в 9 лет, ни в 10 лет. Потому что я это узнал в Советском Союзе, ну, я это узнал уже в 16-17 лет, понимаете, это они проталкивают. И Трамп сейчас сказал, что будут очень большие расследования против фармы, против докторов, которые насильно пытались менять гендерство у детей, давать им там лекарства специальные, гормоны, родителям запрещено было влазить в это, ужасно. Просто то, что происходило, это просто было ужасно. Я надеюсь, что сейчас Трамп все это поймет, люди устали от этого. Если человек... там решил поменять свой пол, решил сделать из мужчины стать женщиной, и мало того, что государство ему оплачивало полностью все операции, все то, что нужно было делать сам, так потом еще он потом приходит и говорит, я хочу играть за женскую команду по волейболу, или там в Олимпиаде участвовать, или в школьной Олимпиаде за женскую команду. И я извиняюсь, но какую-то операцию делать, ты мужчина. Ты остаешься мужчиной, у тебя мышцы, как у мужчины, ты не можешь с женщиной бегать, ну, ты не можешь конкурировать. И вот это сейчас Трамп... У нас в Красных Штатах, слава богу, Десантис это остановил. У нас запретили это. Но в демократических штатах это нормально. Приходит мужчина, говорит, я женщина, я хочу быть в женской команде. И мы все говорим, о, да, ты женщина, иди. Или, допустим, я мужчина, который был женщиной, я хочу ходить в женский туалет, допустим. Потому что вот я... Ну, вот такие вот вещи, которые не должны были быть. И вот сейчас я надеюсь, потому что Бог создал мужчину и женщину.
Все, других не было. И что бы ты в голове себе не думал, поменять это невозможно. Опять же, я очень консервативный человек. Возможно, кому-то это не понравится, но я других гендеров просто не знаю. Это болезнь. Как воспринимают Трампа разные этнические группы? Например, афроамериканцы, латиносы. Увеличается ли поддержка Трампа среди них? Сейчас она увеличилась, потому что раньше афроамериканцы, они были больше за демократов, но потом они поняли, что демократы просто их используют, они для них ничего не делают. Они просто их используют, а в конце они просто о них забывают. Потом очень много количества голосов еврейского комьюнити ушло за Трампа, потому что раньше в основном евреи голосовали за демократов, я тоже иудей, поэтому просто я знаю, как это было. Евреи голосовали за демократов, я не понимаю, почему они голосовали за демократов, я до сих пор это понять не могу, потому что особенно очень много русскоговорящих. Очень много кто приехали из Советского Союза, кто знает, что такое социал-демократия, что они голосовали за демократов. Но сейчас это поменялось. За отношение Камалы Харрис к Израилю, за ее антисемитизм, за ее поведение, очень много еврейских голосов ушло, ушло за Трампа. Латиносы очень сильно пошли за Трампа, потому что что говорят латиносы, вот, наверное, кубинцы, где я живу в Майами, они говорят, мы, конечно, хотим, чтобы наши родственники сюда приехали, но мы хотим, чтобы сюда легально приехали. Они вот так вот через границу, потому что они забирают наши рабочие места, они забирают нашу медицину, они забирают нашу школу, поэтому нам такая миграция нужна. И латины тоже пошли. Очень много все поменялось. И демократы вот на этом проиграли. Они перестали быть партией людей, партией трудящихся, они стали партией богатой элиты. Все очень сильно поменялось. Раньше республиканцы были этой партией. Интересная трансформация. А на твой взгляд, сумеет ли Трамп сплотить американского общества? Будет ли оно разъединено, как было до его прихода? И сумеет ли он сейчас сплотить общество? Если не все, то большинство. Большинство два, но не всех. Почему? Потому что демократы настолько разорвали это общество, настолько. Потому что, еще раз, я помню, 20 лет назад, когда я там, 30 лет назад, сосед за ним был демократ, другой был республиканец. Они садились на лужайке, они делали барбекю, все было нормально. Сейчас, если ты демократ и республиканец, ты классовый враг. Просто класс. Я говорю, мы ждали вообще гражданской войны, если честно. Потому что это же классовая война такая. Я надеюсь, что что-то у него получится, но демократы даже из-под тишка будут делать все возможное, чтобы этого не получилось, чтобы это невыгодно. Умные люди поймут. А неумные люди, к сожалению, не поймут. И как-то вот так. Поэтому все в зависимости от его поведения. Если он сейчас держит свое слово, и те, кто сядут в тюрьму, должны сесть в тюрьму, а многие должны сесть в тюрьму. Та же самая Хиллари Клинтон, самый большой криминал Америки, должна пойти сесть в тюрьму. Потому что то, что творила она, ее семья, ее фонд, или семья Байдена, потому что Байден неприкосновенный. А брат Байдена, сын Байдена, это же просто, это был ужас, что они творили, тот криминал, который они делали, те взятки от Китая, взятки от украинских компаний, отмывание денег, наркотики, много чего другого, они даже все в тюрьму. Если у Трампа в этот раз это получится, и он действительно не будет болтать языком, и многие из них просто сядут, тогда он страну объединит. Но если у него, к сожалению, это не получится, и будет как первую каденцию, хотя все может быть, опять же, у меня вот сзади висит Трамп, но это не значит, что я до конца, я верю ему, но я посмотрю, как это будет. Но тогда у него ничего не получится, и тогда все вернется на свои круги. Вот посмотрим, что будет сейчас. Трамп не развязал ни одной войны во время своего первого срока на посту президента. Останется ли Трамп президентом мира? Ну, он должен был остаться президентом мира, но видите, что Байден сейчас сделал с Украиной. Поэтому я не знаю, если у Путина хватит мозгов понять, что это была эскалация специальная, и он выдержит этот месяц-полтора, и тогда не может договориться с Трампом. А если Путин не выдержит, и если еще одна ракета этого клоуна Зеленского прилетит уже не в Курск, а в Питер или в Москву, не дай бог, такое тоже может быть? Может быть. Тогда я думаю, что ответ будет жесткий от стороны России, чем это кончится, ну, я думаю, что через 400 лет мы выйдем из подземелья, те, кто останутся. Если кто-нибудь останется. Но надеюсь, что у Путина хватит мозгов. Ну, потому что то, что сделал Байден, это ужасно. Он спровоцировал лишнюю эскалацию. Потому что это ничего не поменяет. Войне не понятно. Украина проиграла. Это так понятно. Они уже проиграли. Все. Но вот, к сожалению, они сделали то, что Байден сделал то, что он сделал. Это большая глупость. И один очень спекулятивный немножко вопрос. По-твоему, есть ли шанс, чтобы Трамп встретился с Путиным? Я думаю, что они встретятся, конечно. Почему нет такого шанса? Я думаю, что все нормально будет. Я думаю, что они договариваются. Они два сильных лидера. Понимаете, когда началась эта война на Украине, все говорят, там Путин такой, Путин сякой.
Я сейчас задавал вопрос, почему только Путин, почему не Байден, а почему в Америку не вините? Потому что Америка спровоцировала эту войну, тоже Америка забила этого белого медведя палкой и пыталась его разорить. И я задаю вопрос, ко мне приходит очень много на канал людей, которые немножко другого, ну, не то, что я думаю. Я вам задаю один вопрос, очень простой, я могу вам задать этот вопрос, если вы на него ответите. Хотите, я вам задам этот вопрос? Вот смотрите, у нас находится Мексика, вот здесь рядом. Представляете, если Мексика завтра объявляет президент Мексики, что они выходят из стран Латинской Америки Содружества, заходят в страны УДКБ и ставят на границе Мексики военную российскую базу. Сколько Мексика просуществует дней? Я думаю, как вы думаете, сколько? Вряд ли будет долго. А почему они решили, что если Америка может поставить военную базу где-то там на границе России, что Путин будет об этом сидеть и думать и смотреть на это? Вот и все. Или потому что палка двух концов, та страна, которая сильнее, она может, а та, которая слабее, не может. Давайте мы вспомним Югославию. У меня очень много друзей из Сербии. Чем закончила Югославия? Чем закончила Гнезд столица? Сколько дней американцы бомбили? Вообще 4 недели они бомбили. Они ни одного здания не оставили, пока первый американский солдат туда зашел. Почему? Это была независимая страна. Поэтому, опять же, или кто сильнее, тот важнее. Поэтому такие вопросы задавать... Что виноват Путин? Я думаю, что в этом виноваты все. И я думаю, что американцы спровоцировали эту войну. Если мы помним встречу Путина и Байдена, уже прошло, люди не помнят же это, когда Байден сказал, ну если вы за 3 дня Киев возьмете, все нормально, только быстренько возьмите, и мы там закроем на все глаза. Ну не получилось быстренько. А теперь американцы решили, что они теперь те виноваты, те не виноваты. И даже если мы смотрим на помощь, которую оказала Америка Украине, это не была помощь, чтобы выиграть эту войну. Они давали так понемножку, чтобы они не сдохли там. Но ничего сильного такого не было. Только сейчас в конце вот Байден решил немножко Трампу, немножко, так сказать, ну, подложить бомбу. А так они ничего такого не сделали, такого, чтобы помочь вот реально. Вот и все, это вот такой вот ответ мой. Опять же, не то, что я там на Кремль работаю или на Путина, ни на кого не работаю, это мое мнение. И у нас самое интересное в Америке, у нас вот при Байдене было, вот если ты против политики партии, против того, что Байден думает и вся его команда, то ты сразу работаешь на Кремль, ты сразу вот путинист, Такая у нас политика была такая. Про первую поправку Конституции о свободе слова все забыли. Надеюсь, сейчас уже все поменяется. Надеюсь, что будет так. Большое спасибо вам, Стив. Всего доброго. До свидания. До свидания.